Ну, каждый голос 37 рублей. Чего? Ну, танцуют все голосования. Зачем нам танцуют? Да мы и так в воздухе неплохо танцуем. Не, плоховато. Желательно. Ну, я лично только учусь. Французы, ганузы. Где? Ну ты там что-то говоришь, французы какие-то сраные. Какие французы? Откуда это? Не про каких французов я не говорил. Да ладно. Найн-найн. Так, надо, короче, пока стрелы экипаж ДАСа вкачать. Как раз 140 тысяч появилось лишь. Вот, точнее, до экспертов мы. Вот, теперь у меня 4 стрелка на этом слоте. Точность 33,5 плюс 3. Пущность 3 плюс 3. Устойчивость перегрузкам 2 плюс 3. Уносливость 1,5 плюс 3. Мне вот это нравится, вот это новую вот эту подебильную эту прокачку сделать. О, болты-спания! Какие болты? Испания, Балеарикси. Испания? Да, точка появления бобров. И куда ты? Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха, это... Сейчас корабли будем херачить. О, да, этим... Масштабом. Две бомбы, два корабля. Да. Ты думаешь, чё? Не, смотри, ух, ёлки, точки. Обходить вокруг карты, с севера заходить на точку, как можно. Ну, да посмотри, где точки. Видишь? У них вообще под филдом все. Я в шоке. Но я полетел. Короче, буду лететь на северную точку. Пойду вдоль реки нашей. Какой реки? Слева от точки появления. Слушай, кораблей я как-то не вижу. Да я тоже как бы не вижу. Ни с нашей стороны, ни с ихней. Короче, я ухожу влево, Слава. Вдоль реки, прям на северную точку. Она сама и будет хитрая. Конечно, горы. Спаньоль. Шпайнен-швайнен. Знаешь, как будто пародировали Задорнова, блин. Когда спаньол. А, спаньель. Это американцы тупые. Я спаньоль, типа. Говорит, тот-то, говорит, у тебя глаза такие грустные. О, а ты где? Я? Тут-то. Подхожу к нашей точке. К нашей? Центральной. А. Ну я иду, получается, на русском. А, ну я вижу, ты здесь слева там. Да, я перед тобой где-то должен быть. А что ты так низко летишь? Ну низко пал, понимаешь? Он 600. Он же старый извращенец, блин. К нему вчера Коля подкатывал, вот он все. Да. Потерянный теперь для общества человек. Фу-фу-фу. Коля сначала хотел этого официанта заказать. Да-да.
Бедняга. А потом подумал, а Вовки-то больше. Я не знаю, чем они там вдвоем занимались. Говорят, что пиво. Но Коля после этого пивовливания, оказывается, не смог на выходные на игру поехать. В смысле, что уже отписался? Ну, он Сереге, а Серега отзвонился. Ага. Ну, не знаю, я его оставлял живым-здоровым. Не, ну он отзвонился, что, типа, домашние дела, он про них забыл вчера. Ну, неудивительно, знаешь, он же ж не пьет, а тут по пивасику, блин. Слышишь, 2 литра, тут 2,5 литра, пока мы трындели, потом еще, блин, гейский формат. Потом еще по пол-литра. Естественно, что он там забыл про некоторые домашние дела, блин, и давайте на игру, ля-ля-ля. А потом, когда протрезвел, такой, ой, блядь, я ж забыл, блядь. Да не, походу, домой пришел, жена вставила ему пистон. А, может быть, пришел, не, возможно, пришел такой, так, надо не забыть, что на игру там, она ему такой, какая нахер игра, блядь, ну, стоящий. Да. О, мост. Мост. Да нахрен он тебе надо, мост, блядь, сейчас да. Разобьешься, блядь. А там наземка едет где-то. Да там наша наземка едет. Где? Да если дальше... она едет с такими пробел. Вот на Сталинграде вот там вот классно наземка едет. Она так сгруппированно ехала, красавица, блин. Да, тут бомбу кинешь в один. А вот это вот ехали, блин. Танков. Едут, блин, одна, блин, идет машинка, блин, через 270 метров другая, блин. Колонна тоже мне. Недоделанные. Ну, справа по борту наземочка какая-то через речечку. Я за что и говорю. Да идет она в пень. Саш, у нас задача... Мы бобры. Наша задача бобрить базу. Наша задача плотина. Да. Какая такая скотина? Вот там наверху будет, да, на следующих точках будет жопа. По-любому, блин. Да и тут уже что-то стреляет. А пусть истребители перебьют их. Стреляет. Их истребители, а там мы все забомбим на. У них 2 Саевца, у них 2 этих самых 18-й полк. У нас, кроме нас, на бобрах больше никого нету. Но у них неизвестно. Но у них, да, хреново маму знает, кто у них там. Ну, у них вот двое, насколько я понял, которые впереди в списке, скорее всего, сейчас на земку грабят. Да, потому что... Не. Может быть. Хотя им бы тогда пошли в запись какие-нибудь цели. Может, просто за кем-то гоняются и пуляют. Очки идут потихонечку. Может быть. Взлетают и садятся. Ну и такое. Не, ну это слишком как-то там, неправильно очки идут. А? Гудит возле меня. Я. Да, у Испании карта большая. Да. Верно, ну, где-то помахать, за горой. Да, цель будет за горой, так что... Цель за горуйка там построил. Идем, короче, на север, и с севера будем заходить. Или отсюда так на пересечку, потом уходить, ну, в океан. Сейчас глянем, сейчас я за гребет перемахну. Ты уже на цель отвалил, Саш? Что? А, не он где. Я, короче, буду по ущелью подбираться к цели. Я ее вижу. Да, Диана.
Получается, на другом краю ущелья, то есть на более, ну как бы, на более северном. Сбрасываю. А ты прямиком, что ли, пошел? Ну как, я немножечко взял в сторону и... Есть контакт. Так, ладно, выхожу на курс. Сань, тогда по страховке. Я сейчас одну бросаю и уходим на следующую цель. Так, а я на филд пошел. Или, Саня, слышишь? Отворачивай сразу на среднюю цель. Да не, идите лучше вместе, Вова. Ну да, то, хотя да, правильно. Это ваши моторы, я слышу. Ну, походу, да, наверное, я не знаю. В сторону берега контакт высокий есть. Так, где эта точка? Санечек, ты что, заболеть решил, че шо? Что? Заболеть решил. А он думает, заболеет, возьмет справку и не будет с нами летать. Ни хрена. Тут больничный не катит. Да что-то самолет не разгоняется ни хера. Да у меня тоже что-то так еле идет. Зачем вам разгоняться? Так, блин, вообще скорость не мотает. Да ну хотя бы 300 километров, он же ж падает, блин, постоянно. Да, я он 91%, 444. Да. Это в горизонте. Где эта долбаная точка? А, вижу, я на нее иду как раз. Отлично. Так, все, иду над речкой. Санечек, давай потихонечку разворачивайся на соседнюю базу. А ты что, это убил? Сейчас убью, у меня одной бомбы хватит. На которую, на среднюю или на дальнюю? На среднюю. Я сбросил. Через правое крыло ухожу на среднюю точку. Я уже на полпути домой почти. О, закрылся. Ну так мы пока долетали. Да, это классный мост. Это реально классный мост. Но я через него проходить не буду, под ним могу. Так. Где эта долбаная точка? В упор не вижу. Где-то она тут должна быть.
На том конце, на том берегу. Блять, я ушел от него. А вон она, вижу. Я же ее прошел уже, получается. Нет, мы на нее только сейчас выходим. Ну вот я ее вижу. Я на сбросе. Сброс. А ты что, вперед меня ушел? Да я на нее просто точнее вышел немножко. Пум. Видишь ее, Саш? Нет. Она у меня по хвосту. Смотри на мои трассы, Саш. Ты меня видишь? Ох, а тут я смотрю, вот прохожу. А там такой клубок. Короче, клубок это где-то, Саша, в районе X23. Развернись четко назад. Через левое крыло и ты выйдешь на точку. Молчай. Саша, через левое крыло назад разворачивайся потихоньку. А я через какое? Ты выйдешь на точку. Сейчас я развернусь, выведу тебя на нее. Блин, нас тут собьют, пока я буду Саню выводить. Я, пожалуй, вижу контакт. А что там должно быть? Сарай? Да. Бля, а никто яны еще... А, наших сбивают, блядь, суки. Слушай, а они, по-моему, выигрывают наших истребителей. У нас уже один, два, три. Я не вижу. Грубо говоря, 4 истребителя мы уже потеряли, а то и 5. Так что можно повыпендриваться, пройтись между двумя опорами моста вот этими узкими. Если и разобьюсь, то ничего страшного, все равно наша сторона просрет. Не разбился, какой я, блин, говнюк. Так, вот эту гору обойду и буду держать курс на аэродром. До Саня идёт. Точки я летел более смелой дорогой. Курс. Да все, наши сейчас сольются, блин, я не знаю, как мы будем второй вылет делать на бобрах. На нас орава истребителей как налетит. Ну, они все-таки двух истребителей потеряли. Ты живой еще, Санечек? Да. А что, мне крыло отстрелился? Не знаю. Да, я сейчас на него захожу. Ну, ты его повредил, Саня. Блин, ты ж. 91% тяги, блин, а у меня перегрев начинается. Сука, пара идет. И на этом фоне меня могут заметить. Ай-яй-яй, сейчас упаду. Есть, упал. А, это у вас там бабахало. Да, деревья, деревья, деревья. Собака, я себе крыло отстрелил. О, так, я, ну Саш... ладно, если я до филда долечу, я сяду. Я Сашку спасал, блин, и себе крыло отбил. Вот зараза. Мост, охуенный мост. Пацаны, включайте стрим и смотрите, что сейчас будет. Я или разобьюсь, или охуенно пролечу. Это ж надо идти стрим включать. Ух, лобяра. Сейчас, подожди, я на тебя переключусь. А, точно, можно и так. Давай. А, ты вот тот старый железнодорожный? Да, трехстворчатый, он такой. По идее, по размаху крыла пешка должна пройти.
Должна. Чего? Ну я на 410-м пролетал через такие мосты. Там главное, чтобы вход в мост не был деревьями заросшим. Вот тут все может быть. Надо только зайти правильно на него. Так как наша команда уже проиграла, можно считать, в принципе, могу поупендривать. Эй, Кейс, Кейс, ты что делаешь-то? Свой. Блять, ко мне истребитель. Свой, летает. Свой, свой, расслабься. Ой? Да. Эвка. Если я разобьюсь, он будет у кому-то. За ним кто-то тянется. А вот за Эвку, за нашим идет кто-то не наш. Да-да-да. Ай, зараза, деревья, я не пойду в этот мост. Да, ты хочешь так, вдоль моста, я думал, что... Да просто... не пройдет, ну слава, нам впритык пройди над ним. Я гляну по размаху крыла, будет видно хорошо. Не, Слава, не пройдешь. Не пролезет. Очень-очень впритык. Ты не пролезешь, Слав. Реально, у тебя... Ну, на 410-м проходи. 410-й уже, походу, значит, у него размах крыла. А нихера не уже. Уже, Слав. Не, ну, там получается... Мальчики. Полтора крыла, да. Ты бы себя отстегнул. Ну, отстегнул. Валю, лупанись он об домик, да и все. Не, ну так интересно, а так нет. Иди приземлись, да и все. Ну что тут там. Не, если бы заросший вход не был, я попробовал. А так, какой смысл? Тут, Вова, еще смотри, учитывать надо. Я проходил над мостом, а тут перспектива сыграет. И при виде сверху будет выглядеть, как вроде у меня размах больше, чем ширина моста. Возможно, но я смотрел и сзади, и сверху, как бы. Да все равно. Ну да. Так, где там наш вывес? Так, вот тут вверху контакт, по нему вроде как не стреляют. Я до бабушки ушел, я от дедушки ушел. Что там? Да, у нас осталось два истребителя и я. Противник побеждает, вы можете атаковать. Вон он, наш аэродром. А, через Афанку. Нашли как включать? А? А зачем ему венца? И налил ему венца. Гопца, дрица, гопца, ца. Все цифры удаляются? Тут в настройках надо смотреть. Когда он пытается удалить, писать, что он пробил ставить. Ну? Последняя цифра. Убирается на пробел. А, я понял, сдвиг влево идет. Тот, который был напечатан, меняется на тот, который напечатан. О, кто-то прилетел на наш филд. Ставишь. Фейерверк показать. Да шо ему большое. Дымное спасибо. Да. Парнишка обозначил своим дымом наш филд. Не, ну я его и так вижу. Не, ну теперь его еще виднее. Симку? О, флешку? Да. Еще кто-то на филд прилетел, слышу, долбят эти самые зушки. О, Вася на яке. А шо это меня так завалило? А тебя прострелили и крыло отбили. Пидара. Туши двигатели.
Волчераст он летает. Волчерасты. Да вон он наверху, наверху над тобой. Волчераст, пидарас. Редкостно. Иди сюда. Прицел, попади мне. Не включай его. Сейчас. Зачем? Надо было этот самый. Ты контакты поснимала? Бля, я еще стрелок не работает. Получилось, бак? Умер. А? Супер. Все, сбили Волчера. Волчера должен гореть в аду. Ну, сейчас я подойду. Сейчас я отремонтирую силы. Поднажмем, победа близка. Ну правильно. Что это, гамосятя надумала им фраг запишется, надо залупаем на вороте. Дырку им от бублика, а не шарапу, знаешь? А то захотели мусорка получить. Ага. Про макашки. Ну, все, можно выходить. Держитесь за мной. За мной. Еще волчерасы летят. Тогда. Слушай, они, может, так и проиграют. Будут прилетать. А проиграют по-любому. Слава, ты вышел уже? Ну да. Да, так, минус один. Все, мы победили. Мы победили. Да. Последнюю машину их не сбили на нашей базе. Миссия выполнена. О, мне значок еще один дали. Так, что? Вы исследовали все модификации первой ступени на P83. Хорошо. Так, турельки выкачал. Компрессор надо вкачать. Все-таки максимальная мощность это важнее, чем... И пулеметы тоже не меньше важно. У меня пешка топовая. Там ничего нет. На ней качать больше нечего. Качкать больше нечего. Ой, мне дали новое пулемета на P-82. Прикольно. Блин, мимо 100 штук проехал. Даже мимо миллиона. Вот зараза. Ну ладно. Опознавательный знак ВВС Испании. Вы готовы? Угу. Yes. Слава, нет, сыс. Yes, сыс. Окей. Okay. Эй, твою мать. Что за... Какая база? Левая. В смысле бомбить? Но. Та, которая на М7. Она дальше. Ты не вышел, да? Да. С нее там будет видно. О, бомба 2 по 500. Это что, все другое дело? Ну да. Две сразу. Mm-hmm.
Нет. Нет. Впереди. Тонин, то бомбари, истребители. Я чуть позади справа от тебя. Но если то вы вдвоем рядом летите, то я, значит, вообще сзади. Вообще за. Два Б-25 могут быть, Слава. Давай их лучше обгоним нахрен. Ага. Да. Так там три. Нашу базу. Слава, чуть-чуть справа мы это самое, там аж три точки. Слава, давай чуть левее бери, то и все. Даже четыре, блин. Одни пары идут красиво. Вы где там, над речкой летите? Я к речке. Ну, значит... Я на речке. Точку сняли их, не слышишь? Кто ее успел снять? Это значит не 25-е идут перед нами, а 25-е уже там. Давай выходим на центральную точку. Что за фигня? Или давай сразу на ту левую точку идти. Ну да. Вообще там может наземка будет хорошая стадо, может наземку лупануть. Да, Т-8 и 2-25. Ну, я наземку вижу. Так за наземку вроде больше дают. Группа идет какая-то. Танчики. Я промазал, походу. Да. Да. Они очень быстро идут. Я сбрасываю. Ты сбросился, Слава? То Сашка сбросился. Я сбросился. Я, короче, давай на точку закидываю одну, и ты ее добиваешь. А я тоже пока. На нее жирный контакт заходит. Вот она. А ты сбросился, Слава? Отлично. Ты красавчик, ты меня чуть по сапогу не сбил. Или то по мне артиллерия отработала. Так, короче, ну. Я понял, у меня первый-второй двигатель текут. Значит, валим. Да, валим по-любому. Не, ну слышишь, тут хоть скоростя нормальные. У меня еще нет. За мной какой-то союзник идет. Я дымлю, как у того подлюка. Так, пока. Так, я пошел, короче, в набор.
В натуре. В натуре Б-25 парой. Ну, это как бы при таких, ну, типа быстрая помощь. Не, это тоже то же самое. Фастун гель возьми. Да. Можно этим или тем, без разницы. Спасибо, блядь. Слава, я не могу догнать. Что-то не догоняется. Так, я тушу движки, иду остывать. Он от меня не отстает, сука? Не. Блядь. Все, меня сбили. Я вижу. Самурай, пидорай, блядь, нахуй. Писать научись, самурая, блядь, чмошник, блядь. Ебашьте этого пидора, блядь, гнойного, блядь. А чем занимался наш Ис-185, который пролетел мне навстречу? Не знаю. Дрочил. Он, наверное, типа, блин, забил хуй и полетел дальше, что? Да. Пидор, блядь. Где? Кто он такой, блядь? Я бы сейчас, сука, блядь, черный список. Ай-яй-яй. Ну, Саня, тебе и не надо было за ним тянуться. Где этот уебок? А, блядь, еще знать надо, кто из них. Их тут три оленя, блядь. Блять, знать бы, кто это проходил. Не навстречу. Я бы учебный список занес, козла, блядь. Союзничек недоношенный, блядь. Это второй камфор, он еще греть начнет сейчас. Большой баллон, да, взял? Тот просто остужает, этот получается сначала остужает, убирает этот самый болевой эффект, а потом... А? Оу. А на чем он был? Кто? Слава. Этот на П-47. П-55. Не, союзник на 185. Да. Подо мной прошел в лоб, значит, блин. Да. Я еще кинул, блин, типа, ну, чтоб помогли, блин, да. До свидания, улетел, блин, куда-то, нахер. Так, ну я лечу. Потому что двое взлетели, я не думаю, что он успел. Да не. Ну. Этот баран куда-то полетел, блин, слышь, тут подарок такой, у пешки на хвосте висит истребитель. Зайди из трех пушек его раздолбай, ну это, блин, просто подарок, я бы такой не упустил шанс. Причем упоротый, знаешь, такой, знаешь. Этот куда-то сдрыснул, блин, знаешь. Меня болтает, как будто под люку. Да не, вроде ровно идет. Не, я ж вижу, по кабине меня там трясет. Да, то тебе надо это, обезболивающий принять. У меня левый движок заглох, все. Прими обезболивающие, антибиотики. А когда сядешь, переливание крови сделают. Двигатель один заглох. Да. Да, сейчас я его буду загонять в перегрев жестко, при том уже перегрев пошел. Тоже вода стекает с него, утекает с него. Так он не дымит ни хера. Да. Угу. А ты возле нашей точки проехал? Да. До филда, конечно, вряд ли. Да. Все, я второй движок залох. Буду где-то садиться. Тормоз включи, воздушный. Да уже включил. А, зараза, козланулся таки, собака. Да.
Посадку засчитали. Все, пошел я отсюда. Офигеть. А ты, Саня, уже, да, ты тоже разбился. Ну да. Свалился. Чуть-чуть скорости не хватило, я бы его сбил бы. Да ты не мог бы его дотянуть, а пешка не дотягивает. Ну, разве что на закрылочках попробовать там. Не, я же говорю, скорости чуть не хватило. Он же там что-то 220 его это тупо в землю сбросил. А, ну да, 220 мало. Готовность. Погоди. Сейчас, подожди. Сидит там, блядь, на премиум аккаунте, блядь, уебывается. Нет. И умничает себе микрофон. А чита нога чуча. Ча-ча-ча-ча. Ах, улиточка моя, ах, улитная моя, ах, улитная, ах, улитная. Не, мне вот это нравится, вот это новый тип прокачки, блин. У меня на этом самом было 4 стрелка, а сейчас показывают, что у меня один стрелок вообще. Опытный, один цельный. Саня, я тебе ничего тут не скажу. Ну я ж какую херню придумал. Это в Аркадии вылетел новости, ее сразу свалили. Думал, нафиг, что за фигня такая. У меня там самые козырные стрелки были, а оказывается там 1.5 стрелка всего. Вместо 8 стрелков, чи 6. Совет да любовь. Санёк да любовь? Занимательно. Еврокомиссия поддержала отмену виз для Украины, представляешь? Да. О, замечательно, да. Проще будет через Европу летать, не надо будет шенгенку делать. А мне насрать. Ну да. Мы дальше нашего Мухосранска не ездим. Что делать? Ты имеешь в виду шенгенку, транзитку? Причем транзитку? Шенгенку. Для въезда в Евросоюз нужно делать шенгенскую визу. Для того, чтобы ты через него же поехал мимо. Для въезда в Евросоюз надо просто, знаешь, чтобы дети изучали вместо английского языка автомат Калашникова. Вот Жириновский правильно говорил. Не надо детей заставлять учить английский язык. Пусть лучше учат автомат Калашникова, тогда весь мир будет говорить по-русски. А то вот это вот сиськи-письки, блин. Курск. Курск? Хрена себе. Это сейчас курды против нас будут? Не, вообще-то курды нормальные люди. Это вот эти вот серые волки. Да мне какая разница, серые они. А хоть и... Ну, хоть петухи, ну, ну и знаешь, это до хера понаехало. Так.
Едем на... Летим. Ну да, на М7-8. Пока мы здесь одни, из Бобровых. Я уже в воздухе где-то там. Мы еще где-то тут. Сейчас мы тебя захерачим. Две сосиски и два сапога. Слава, чуть-чуть на гашетку не нажал. Ты чё, бля? А ты так хорошо в прицеле уместился. У меня много чего вмещается в прицеле. Так... И где-то я должен палец с гашетки и не снимать тогда, что ли? Да не, я тут... То Вова там волнами летает. Да он волнистый попугайчик у нас. Я хочу батарею. Да что я вас догнать не могу, слышишь? Вроде 500 с копейками скорость. Все же 500 с копейками. У меня уже 390, а я так как я внизу уже лечу. Ну я тоже внизу мешу. Ой, у меня еще 74% почему-то стоит. Может быть, потому ты... Какой-то трактор сзади тарахтит. Слава! А еще далеко сзади какой-то трактор другой. Да не, это какая-то херня, что он не догоняет. А ты шасси брал? Угу. Как я тебя, а? Скоро уже цель. Да, знаю. Демона подлюка. Какого люка? Тайвокера? Цель где? За холмом, наверное. Вижу. Сейчас доворачиваю. Все, курс на нее. Вижу. Набираюсь. Первая, вторая. Куда ж ты твою дивизию, блять? Что такое? Да что с этой пешкой, блядь? Чё с тобой, Вова? Я упал. А чё ты упал? Я не знаю. Зенитка, может, попала. Да нет, никто не попал. Нет, тогда бы написала, что сбить с ПВО, а так написала, разбился. Меня, говорю, раскрутило, как сучку последнюю. Что тебе раскрутил? Я вон перед тобой бочки крутил, ничего. Я не знаю, Слава, что-то меня крутануло. Таня, ты закрыл ее, да? Да, он ее двумя бомбами закрыл. Ну, пошли тогда. Хотя можно было и одной. Ух ты, а за мной-то дымок идет. Кто-кто? Дымок за мной. Может, и... У меня утечка, мне зенитки похуже. Да, тут же ПВОшка хорошая вокруг этой точки стояла. Перегрев пошел, блядь, две минуты. Слава, меня на этой точке тогда тоже завалили. Бери в набор. У меня через две минуты, блядь, бегло сдохнет. В набор бери. Уходи в набор. Уходи, уходи. А у меня тоже. Да не дотяну я до базы, блядь. Тогда садись он где-нибудь в городке.
Не, ну я буду тянуть, конечно, до последнего. Да, за одним движком идет только свет. Ну у меня тоже две другие. Так он еще пока не сбит. Ну у меня вот через минуту должен остановиться. Вода только кипит. А у меня уже он 156. Вот он в да, ну утечка минута 0,7 у меня осталось. Набор, Саша. Шо? Потихоньку в набор, может быть, дотянешь. Хотя не, меня там впереди еще покоцали тогда. У меня там утечка пошла уже сильно. Блять, мне далеко, блять. Ну, попробую. Так, ну хотя бы второй не перегреть. Ты где, Слава? Над этой, над нашей точкой А? Где-то там? Да нет, я еще не долетел, я, получается, И-10. Саш, он прям перед тобой. Чуть-чуть правее. Ну, кто-то, блядь, уже прилетел, блядь. Сучара какая-то. К тебе? Да, скотыняка, блядь. Кто это тебе? Не знаю. Тебе написать должно. Ну, мне пересекает куча якость. П-47 этот самый. Д. Донатный, сука. Наверное, за мной сейчас зайдет. Не, он далеко от тебя. А я на всякий случай кнопочку пиркну. А то тут какие-то хуйлопёды летают. А сопротивляться немає больше сил. Хотя двигатель работает еще. Не, сзади Яковлев первый. Як раз идет. Ты куда крутишься? Да что? По своей, Слава. Я к аэродрому кручусь. А-а-а. Что-то я завтыкал, блин, повернул. Ох, нихера себе, там такая... А, тут, наверное, разрывы, блин. Может быть, может. Хотя нет, один... Кто-то там летает. У меня вибрация пошла. Какая-то непонятная. П-8 на высоте где-то носится. Ну, правильно делает. Да. Не, он со своей нагрузкой может залететь 2, 3, на высоту 4, 5, из нее. 6. 6 контактов сзади. П-8 гатят как скажение. О, я, может быть, даже сяду, бля. Слышь, а у меня главное, что этот начал остывать тот движок второй. Мистик крутится с кем-то на грани срыва. Фокс Ария идет. Гоняют они твоего обидчика, Саша. Хорошо гоняют. По-моему, они его загнали. Блять, движок стал, сука. Как же ж не вовремя, блять. Меня как раз правый поворот, и у меня стал правый двигатель. Сядешь, хорошо. Разворот просто херовый. На пузо. Да, шасси, наверное, убили. Все, гаси двигло и ляпайся на землю. Тормоз включай. Уже включен, Вова. Вот ты тормоз. У меня все уже включено. Ра-та-та. Так, ну что мне делать, выходить или нет? Ну отремонтируйся и выйдешь. В принципе, наши могут выиграть даже. Ну у нас преимущество. Ну небольшое. Да ничего себе небольшое. У нас потери всего 2 самолета, а у них 6. Уже 7.
Да, только что Сахаром спилил. Я думаю, наши их перебьют. Так что пацаны на меня не обидятся, я думаю. 109G разбился. Все, я выхожу. Ай, блядь, все. Поспешил на. Одного 58-го так нашпиговали свинцом. На трех движках идет бедняжка. При том, что встал двигатель тот на целом крыле. И восьмерка тоже еще одна. Ну выходите, хули вы задроты. Да я вышел. Во, там. Выхожу. Кино смотрит, сидит он там. Ну, 10 часов вечера. Ничего не получил. Ой. А тебе и не надо. Поехали. Поехали. Ой, давайте, наверное, вот это последнее вылечу, то я заебал. Давай. Вернее, крайний. Кто будет крайний в нашей стране? Потом, может, в РБ поеду. Может и нет. А я буду Грим смотреть кино. Гримну? Грим. Да. Ну знаешь, были братья Грим. Да, помню. Ну вот, а это просто Грим. Ну, есть сериал про братьев Грим, а есть сериал просто Грим, там один чувак. Ну понятно, штукатурка. Ну, типа того, только он там, типа полицейский, ну там, знаешь, ловит всяких там монстров, блин. О, что это за прикол? Кубань, станица Крымск. Станица Крымск. Среди гор. Вова. Экипаж танкера, механик Чеботарев. На родину из Ливии вернулись 7 членов экипажа. Не знаю. Так, едем на северную точку. Чего? На северную точку говорю. А что мы там будем делать? Бобрить. Вот это, которая С-15. Yeah. О-о-о. Ну, это волосатая баба на Евровидении шутила. Кончита. Кончита Вёрст. Ну не баба, то он. Конченая колбаса. Да. Ну как это говорил? Говорит, конченая колбаса. Вёрст с немецкого колбаса. Вот это конченая колбаса. О, а что это впереди законченная колбаса летит? Над горами. Что тут до хера всякого летает? Что-то я ни хера не могу ехать. Вот пятый Густава за компашил. Блять, опять этот P8 сраный, блядь. Да заебали они со своими P8, блядь. Да, и B25 есть. Ну, блять, без кокпичиков, блин, сука, блять. Херачить их надо, блядь. Не, если б они на земку фигачили. Вот ты представляю себе лупить на земку там с 3 километров высоты, это нереально. Так они летают, он, не, ну P8, да, B25 они летают. А B25 он танчики лупит. Да они не летают, они, блядь, в вакууме, блин, болтаются, блин. Кабины нету, блин.
Стопроцентный его... обзор, блядь, на, блядь, я не знаю сколько, на 640 градусов. Раз, два, три, четыре. А что тут за четыре херни едут, интересно? А мне вот интересно, летят. Почему я вас не могу никогда догнать? Ну, потому что... У вас, наверное, там двигателя купленные, супер свежие. У нас ногины сегодня летают. Четыре контакта, ну да. Пять контактов в сторону наших. А точки. У тебя, наверное, на конфетах от Порошенко. Да, по-любому. На конфетах от Порошенко может только, знаешь, это... Туалет ускоренно сходить. Да, сейчас будем пролетать, там такая орава начнет по нам. Я тебе говорю, там такая орава только что. Мне что-то так стрёмно, знаешь, я так решил к озеру отвернуть немножко. Не, я пошел напрямую на точку. На, ну типа крайний вылет, хера там. Истребитель какой-то несется, вас догоняет. Да вот сука. А, это П-39. Меня уже обогнал. За Волкой гонится. Волка тебя хочет сбить. Мистер Шнейдер, блядь. Ну так он типа наш. Ну да. А вот навстречу еще Як-3 прошел. А за ним какой-то хуеплет прошел. Какие-то зенитки стрём, то есть это наземка какая-то конченая, что-то по мне вообще нихера не стреляет. Сейчас только скажу, как вдуют по полной, блин. Да, меня тут уже долбят по страшному, только не попали еще, но долбят. О, вижу. Ты да, бомбанул, нет? Сбрасываю сейчас на нее. Вы на точку сбрасываете? Ну, я сейчас закрою, судя по всему, за Волга. Да. Что там? Закрываю одной бомбой. То есть ты попал, да? Да. А я не попал. Я с разворота. Сейчас кидаю и ухожу налево. Да. Вы закрыли точку? Ну сейчас упадет, закроется. Закрыл. Да, закрылось. Я поворачиваю на... Саша, на среднюю точку. С-12, короче. Понял. Я понял. Вова, не гони коней, да я тебя хоть догоню. Да я не Вова. Типа, за Вова тебе не надо идти, Вова, что там? Я иду на точку тоже. Тоже? Да, я Сашу буду вести на точку. Он сам же хрен ее найдет. Ну, он уже опытный. Ага. Я найду. Он опытный ненаходильщик. Вова, сбрось газ, я тебя хоть догоню. Кстати, мне не видно. А вы левее от точки будете проходить сейчас. Я не могу пройти левее. Я ее сейчас... А, это наш он, что? Ну да. Че не в низину закрыли? А, вот она. Так, я тогда по сапогу бросаю. За мной кто-то в хвост пристроился. Бум! Я 1470 получил львов за попадание. Кто ж ты, дядя, есть такой на самом деле? Сбоку кто-то там ко мне наехал, подлетел. А, к тебе, Вова, этот самый, кто-то пристраивался. Да пристроился тут один, я ему на кого стрелки... Он тебя обошел, и вот, блядь, я до него не довернулся. Я на филд разворачиваюсь. А, он поворачивает к тебе, ой, молодец.
Мы уже под прицел выйдем. Не, топливо он съёбывает. Все, уходим нам. Да, я уже ухожу. Еще один вылет, и мы закроем полностью все точки. Да, ну лучше вылететь толпой. А где вы есть? Я где-то. Ага, я вижу это самое. Я в Е14. Слева один. Да, добил. Да, Е14 у меня получается, иду в сторону базы. Бак мне сволочи прокусили. F13. Буду проходить сквозь рой. Фока. Да. А может, слышишь, может он с подвесами? Он и без подвесов долбит, дай боже. Я сейчас кого-то гоню, за кем-то иду. Как раз в сторону филда. Яковлев ушатался. А впереди меня кто такие? Нихуя себе, Вова. За мной никого нету. А за мной кто-то есть. Пилота убили, сука. Последнюю точку снесли. У них раз, два, три, четыре пилота, пять, шесть. НПС какой-то. Туру макака. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. О, Вова с бомбами летает. С какими бомбами? У меня нет никто. Две. А, прикольно. И стрелок. Да нет. В воздухе. И стрелок такой багрится вверх. Что-то. Тормоз. Да они просто не думают, что фока алюминиевая, а як деревянный.
только в лоб еще хорошо бронированы. Ну. А, он, по-моему, против двух крутится. Это мне так показалось. Да, вот одна сзади. Ну что, если это та фока, блин, с которой он крутился, она сзади, блин. Ну то я не знаю, блин, что это за пилот такой, блин, что фока я к третьему ход зашла, блядь. Это пиздец, нахуй, блядь. Он не может фоку перекрутить, блядь, а я к третьему. Это... Он а, он его тупо не видит, блин. Он ее теряет из виду, потому что вот хопа поздно доворачивает, то есть дает ей шанс вывернуться. О, это что, над нашим аэродромом такая трехомудрия? Ну, возле какого-то аэродрома, там он рубится, блин, трое. И здесь як с фокой крутится. Ну да, я же... До случая не возле он нас, тупо ему подставляется под огонь практически. Не, на нашем филде вроде никого. Должен порвать эту фоку, блин, как физик грелку, блин. Это либо что-то накрутили разработчики, что чувак не может фоку перекрутить, либо... А может он чуть подстреленный? Ну, не знаю, выглядит целым, это ж тундра, блин, тут же хрен поймешь, блин, по внешнему виду, блин. Это в L2 там можно было, о, чувак весь в дырках, а тут, блядь, может отрисоваться, может не отрисоваться, блядь. Слушай, фука ему в лоб выходит раз за разом и пердолит ему. Я на филд кого-то тяну. Медленно. Вышел он фоке в хвост, она раз, ай, лошара, блин. Мой его сбил. Сам себя. Волк его сбил. Да, мои... Я куда-то выкатился, блядь. Нормально. Я его завалил. Он его засчитали, а ему меня. Да. Ваш самолет не подлежит ремонту. А, ну тогда да. Да хотя по внешнему виду все подлежит нормально. Да, по внешнему виду полная задница. Там, да, блядь, они вот это хвалятся, что у них супер там, все супер-пупер, супер-модельки, супер-дэмэдж-модель, супер-ФМ, блядь. При этом они не могут сделать нормальное отображение, блин, повреждений. Не, ну что, у меня, допустим, правого куска крыла нема, все крылья в дырках, фюзеляж в дырках, кормовое оперение... Вертикально еще более-менее, горизонтальная полная задница. Так ты, Вова, Вова, это у них работает через раз, это когда крылья, ну, отлетят. Да. А когда вот ничего не отлетело, смотришь, самолет целый, блядь. А по иконочке ты смотришь, он весь черный, у него ничего, живого места на нем нет. А внешне он целый, ты так голову поворачиваешь, дырок нету, блядь. Зато у тебя элероны болтаются, как тряпки, ничего не случилось, да. Поперебивало. А никаких повреждений нету. Ну что это за херня? Тройка куда крутится свести, с кем-то, блядь? Тут. И они еще это типа по всем этим делам, они типа кричат, что они лучше даже, чем БЗС. Да в БЗС такой херни нету. Там если повреждение, то повреждение. Грамотно у него на хвосте кто-то сидит. Кто там сидит? Ну, Чак Норриса. Чак Норриса? Да. Наверное, Джеки Чан. Ну, на него еще один вышел, поэтому мы его сейчас запилим. Брюс Ли, наверное. Да он в одну сторону, грубо говоря, виражирует. Может, крыло просто. Он сейчас его подловит. Да там пара за ним идет. Это, нет, наверное, та же пара, что за Саньком шла. Не, за ним пара, да, но он только крутится на одно крыло, на левое крыло крутился. Ну, если, наверное, повреждён. Да, право... скорее всего, поврежден, судя по его поведению. Хотя нет, это не та пара. Уже за Саньком два мейсера шли.
9П Слуг-71 где-то без вести вообще. Но он правильно воюет, знаешь, высоту набрал и летает. Да,